Приветствую вас, удачливые как поросята, пережившие Рождество. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на фантастические моменты везения в спорте для одних, которые для других служат фатальной неудачей. Если поздно высунуть, беда. А если вовремя вставить, счастье. И это все про палку. Вратарь – это полкоманды. Но если он кривоногая бестолочь, то кто тогда остальная команда? Мат – это чувство боли, выраженное словами, или чувство шока, как у этого гонщика, голову которого спасли миллиметры. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты делаешь. Но это не обязательно, если ты баловень судьбы, который едет на расслабоне последним, а на финальном круге все спереди падают. Это удача для одного или фатальная неудача для четверых? Пока есть силы на дурость, это еще молодость. А пока футболист бежит вперед и доигрывает момент до конца, может фартануть, если вратарь меткий, как пьяный ковбой. Мужики носят на руках тех женщин, которые не садятся на шею, а в кольцо забивают те баскетболисты, которые делают даже маловероятные попытки. Что тут сказать? Мастерица, которая все рассчитала до миллиметра. Нам требуются все наши силы, чтобы победить лень в себе. А баскетболисты, побеждающие себя каждый день на тренировках, могут творить чудеса. Оказывается, чтобы войти в историю, достаточно оказаться в нужном месте и пошевелить пальцем, а потом можно рассказывать в кабаках о своем величии. Даже не знаю, восхищаться нападающим, который бежал до конца и воспользовался шансом, или издеваться над защитой, которые втроем просрали мяч. Спортсмены делятся на две категории. Те, кто празднуют раньше времени, и те, кто спокойно знает о своей мощи. Иногда уроки балета в детстве могут помочь во взрослой жизни. Когда голубка удачи сидит у тебя на плече, можно отбивать мячи не глядя, даже спиной. Иногда, чтобы стать великим человеком, нужно просто оказаться в нужное время в нужном месте. И главное, больше ничего не делать, чтобы не напортачить. Можно обидеть человека, но сделать это хуже природы не получится. А вот научить человека идти до конца можно.
Боулинг – дело тонкое, требующее силы броска и помощи кеглей. Когда сам не знаешь, чего от себя ожидать, просто делай, а там разберемся. Поступай так, словно это сон. Действуй смело, без страха и оправданий. Именно так творят чудеса. Человек должен уметь любую ситуацию перевернуть в свою пользу, а спортсмен тем более. Когда делаешь дело до конца и вылаживаешься на 100%, победить помогает удача или твои усилия. Когда за рулем профи, это видно сразу. Мастера кунг-фу с валанчиком не знают удачи, только тяжелые тренировки и фантастическая реакция. Настоящие герои не летают в небе, они спасают на земле, а когда не получается, делают все, чтобы это было красиво. Настоящие кенты – это люди, готовые тебя всегда спасти, хоть на брусьях, хоть в кабаке. Люди, которые действуют нестандартно, творят историю, как и спортсмены, которые радуют зрителей. Иногда быстрым ногам мешают кривые руки, но хорошо, когда есть удачливая бицуха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите про свою великую удачу в спорте, ну или хотя бы на кухне. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала, по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем». Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога где-то, раз-два! Переваливайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, опа. Вот так.